Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу обратиться к Артему, автору канала «Будни аквариумиста», а также к его подписчикам. Это весьма прискорбно, что такое огромное количество людей поддерживают и одобряют действия Артема по высадке аквариумных растений в дикую природу. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, что ты, Артем, это делаешь не со злым умыслом и, скорее всего, просто недооцениваешь то, насколько непредсказуемыми последствиями это может обернуться в дальнейшем. Сделаю небольшой экскурс в историю и начну, пожалуй, с такого понятия, как инвазивное растение или инвазивный вид. Вкратце, чтобы не сыпать научными терминами, инвазивный вид – это любой организм, который занесен с другой точки планеты в нашу локацию. И уже в наших родных пенатах он адаптировался, ассимилировался и начал наносить различный вред местной экосистеме, вытесняя локальные виды и агрессивно завоевывать себе новые территории. Ну а так как от состояния экосистемы напрямую зависит сельское хозяйство и рыбоводчество, да и в целом экологическая обстановка, от этого уже во многом зависит и экономика страны. Такие действия, Артем, во многих странах классифицируются как уголовные и очень жестко преследуются по закону. Даже в соседней с Украиной Белоруссию, если бы тебя за такими действиями застали инспектора природоохраны, светил бы тебе там уже реальный срок. Это у нас тут на Украине в связи с нестабильной обстановкой наши инспектора максимум, что могут сделать, это штормить рыбаков, которые ловят рыбу в сезон запрета. Высадку в природу чужеродных растений и других организмов во всем мире ученые называют не иначе, как бомбой замедленного действия, потому как результаты таких действий начинают проявляться не на следующий год, а только десятилетия спустя. И каких катастрофических масштабов это может достигнуть, тоже можно будет судить только постфактум. Не надо далеко ходить за примерами. В мировом масштабе достаточно вот вспомнить элементарный пример с Австралии, где, казалось бы, обычные пушистые кролики стали карающим бичом для сельского хозяйства. И до сих пор, спустя столетия, из бюджета страны выделяются фантастические суммы на борьбу с ними. Та же красноухая черепаха, там в Австралии объявлена вредителем местной рептофауны. Ну, да бог с ней, с Австралией. Там что не выпустит, все вообще резко начинает бесконтрольно плодиться. Но та же красноухая черепаха уже встречается в заболоченных местностях в Карелии. Я не говорю у нас, где сравнительно теплее. Красноухи уже встречаются повсеместно по всей Украине. А все потому, что добрые люди, которых эти черепахи задолбали дома, не включая извилин, тупо выпускают их в местные водоемы. Американцы тоже отличились, запустили толстолобика для борьбы с зарастающими водоемами и получили также бесконтрольное размножение, и теперь устраивают массовые побоища рыбы, превращая это все в такое вот шоу. То есть, Артем, то, чем ты занимаешься, уже называется интродукция, то бишь намеренное внесение новых видов в природу. И все твои мхи, людвиги, хинодоросы и так далее, которые ты высадил, получают статус интродуцированных растений с неизвестным статусом в будущем. То есть, будет ли это сорняк, то ли это будет что-то полезное. Как пример, я тебя приводил в комментариях к твоему видео «Африканское озеро Виктория», в котором плавали сотни видов викторианских цихлид, пока местные балбесы, негры и рыбаки, не запустили нильского окуня туда, мотивируя, что жрать хочется. А теперь, по прошествии 50 лет, в озере, которое по площади равняется суммарно Черновицкой, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Ровенской областям вместе взятым, фактически полностью истреблены. То есть коренные сотни видов рыб, и над ними просто доминирует нильский окунь. Думаю, ты как аквариумист вполне меня поймешь. Например, на сегодняшний день на рынке Украины едва ли наберется десяток видов викторианских цихлид. А еще лет 5-10 назад их было в разы больше. А в Краснодарском крае, например, в озерах вовсю уже плодится и ловится чернополосая цихлозома. То есть те, кто знает, с какой скоростью и частотой плодятся обычные чернополосики, поймут, во что во скором времени превратится такой водоем. Достаточно сказать, что чернополосики нерестятся уже на 5-й месяц жизни. Я не буду больше говорить про другие страны, а коснусь именно интродуцированных видов в Украине. Возьмем пример с рыбой. Канадский солнечный окунь. Буквально 15 лет назад мало кто из рыбаков вообще знал, что это за рыбку, и диву давались, если такая рыбка попадалась на крючок. А на сегодняшний день эта рыбка начинает теснить наши локальные виды хищной рыбы, такие как судак, окунь, щука, ёрш и так далее. И это не потому, что это крупный хищник, а потому, что они очень прожорливые и очень плодовитые, и нерестись уже начинают на второй год жизни. И фактически уничтожают всю кормовую базу. То есть малька, икру мирной рыбы, головастиков, личинок. То есть получается, куда добрался этот мелкий хищник, резко начинает сокращаться поголовье локального хищника. Поехали дальше.
Всем небезызвестная рыбка, тиляпия. Еще 5 лет назад, в силу того, что она теплолюбивая рыба, она обитала только в охлаждающем резервуаре Южноукраинской атомной электростанции, где зимой температура воды около 20-22 градусов. А сегодня она уже ловится, ну, по всему Днепру, куда попала из Южного Буга, в Днепробугский лиман, а оттуда в Днепр. Аналогичная ситуация и с растениями. Таких примеров десятки. Борщевик сосновского, амброзия, элодея канадская, урудь бразильская. Ну, видов очень много, займет просто очень много времени для приведения примеров. Достаточно сказать, что в список так называемой черной книги Украины занесено уже более 91 инвазивного вида. Также хотелось бы обратиться к тем комментаторам, которые пишут на канале «Будни аквариумиста», что, мол, эти растения не перезимуют с нашей холодной зимой. Я просто даюсь диву. Вы что, доктора биологических наук, что вы с такой уверенностью это пишете? Я вам привел уже достаточно примеров, чтобы вы поняли, что все живые организмы имеют способность успешно приспосабливаться к самым экстремальным условиям. И мое личное пожелание. Артем, не занимайся больше этим, а то, глядишь, лет через 20 пойдешь на рыбалке по большой нужде, и как всегда окажется, что забыл сортирную бумагу, и вместо листьев лопуха придется использовать листья эхинодоруса, заботливо высаженные тобой ранее. Шучу, конечно, но стоит задуматься. На этом все. Всем пока-пока.